Здравствуйте, меня зовут Елена Нестерина, я автор этой книги «Девочка тайна». Я могу сказать, что это мое любимое произведение, я писала его долго, переписывала. Однажды у меня украли черновик и компьютер, мне пришлось все восстанавливать заново, и я восстановила практически теми же словами. Я поняла, что если что-то нужно написать, оно каким-то образом восстановится и дойдет для тех, кому это адресовано. Эта книга, в первую очередь, наверное, для девочек, для тех, кто является мамиными дочками. Все мы дочки какой-нибудь мамы, и от того, как мама поддерживает дочку, дочка поддерживает маму, зависит, наверное, судьба и одной, и другой. И если они обе друзья, если они обе едины, то нипочем никакие проблемы, никакая боль не затаится и не сделает человека несчастным, потому что все можно решить вместе. Девочка может быть самой странной, самой чудной, самой загадочной, там, злой, как некоторым кажется. Мама может быть удивительной, не похожей на других. Но если они вместе, они победят. Победят обстоятельства, победят свои страхи, победят сложности, которые волей-неволей возникают на их пути. Поэтому всем тем, кто или кажется, что не всегда получает поддержку мамы, или мама переживает о том, как эту поддержку дать, или просто они не могут быстро и четко понять друг друга, пусть эта книжка станет таким же помощником. И тогда, я уверена, все наладится, потому что я верю вот в эту волшебную силу книги, иначе бы их не писала.